Итак, Viva Разумиста, Homo Размышлиста. Сегодня на обзоре у нас будет вот эта полушикарнейшая моделька Lamborghini от AutoArt в 43-м масштабе. Почему полушикарнейшая, вы поймете в течение этого видео, хотя, конечно, сейчас по слову уже вы можете догадаться. Вот, а пока что давайте перейдем к обзору этой модельки. Да, про нее можно рассказывать не вечность, но достаточно долго, и хочется рассказывать не спеша на самом деле. Хотя даже когда я спешу, у меня получается минут на 10-15. А если не спешить, я не знаю, на 40-45-50. Ну, настолько у меня камеры не хватит. Вот, скажу, что в комплекте, кстати, с этой моделькой, да, вот немножко, так сказать, в бок, вы пока что любуетесь моделькой. В комплекте шел пакетик, в котором есть лупа за пупу, а пупа, да, то есть есть лупа, чтобы разглядывать и наяривать, так сказать, свой болт на эту модельку. Плюс, что более важная вещь, это вот этот кончик, которым можете поддевать и открывать. Это очень важная вещь, потому что зазоры тут достаточно маленькие, никаким ногтем вы тут не подцепите. Конечно, может, какую-нибудь иголочку, но проблема всяких иголочек в том, ну и тряпочка вот есть, чтобы чистить, да. Проблема иголочек в том, что они железные, естественно, они будут царапать. А эта штука пластмассовая, и она достаточно бережно будет. Вот, и тоненькая, и, в общем, ну, специально сделана. Вот, но это не первая у меня такая моделька от AutoArt. У меня уже есть Lamborghini Countach, на которую я уже сделал обзор год назад, и на нее относительно хорошие просмотры. Ну, относительно, по моим меркам, да. Кстати, карлики, поставьте лайк на это видео. Во, даже не знаю, с чего начинать. Все-таки моделька очень достойная, и, конечно, хотелось бы осветить различные какие-то стороны, как плюсы, так и недостатки. Вот, ну, как мы видим, у нее все открывается. У нее открывается и вот эта задняя часть. Давайте я вам продемонстрирую. Просто проблема в том, что она падает. И вот это один из минусов этой модели. Но далеко не последний. Вот. То есть двери, они очень жестко стоят. Они прям там и жестко. Они сделаны при помощи железных кронштейнов. Это, короче, идет брошюрка вместе с этой моделькой, и там это нарисованы, эти кронштейны. Можете их видеть, например, на багаж, на капоте, да, вот видите, железные штучки. То есть это типа все очень крепко. Конечно, это не очень реалистично, но это другой типаж, да, то есть это не обычные петли вот эти совкового типа, стрёмные, а крутые вот такие петли. Ну, конечно, они, опять же, в третий раз, повторюсь, не очень реалистичны, но они все равно другой уровень, понимаете? Сзади есть такие же петли, но они в силу каких-то причин не держат. В том числе, видимо, потому что длинная эта часть, да, и у нее рычаг большой. Может, из-за этого. Так, сейчас я за кадром открою, потому что тут достаточно мелкие зазоры и тяжело поддеть. Вот, то есть вот вы видим, да, вот она, железочка. Вот железочка и есть. Но длинная тяжелая часть, и поэтому, когда мы ее опускаем до нормального состояния, она закрывается. Может, это, конечно, некоторый брак. Но модель абсолютно новая, да, я ее покупал в магазине. Давайте сразу про цену скажем, что в одном западном магазине она стоит всего лишь, внимание, 5000 рублей. Это по акции, так она вообще дороже стоит, но по акции 5000 рублей. Это сумасшедшая низкая цена, это на новую, да. Это сумасшедшая низкая цена, невероятно. Но там, конечно, проблема в том, что за бугром полушка, да, рубль перевоз. То есть доставка стоит оттуда 2000 рублей. И в итоге цена модели 7000 рублей. Это, кстати, тоже самая хорошая цена модели.
Но вам придется некоторое время ждать, и если у вас нет опыта заказа, волноваться. Вот. Я никогда из-за границы не заказывал. Вот. Поэтому я купил в России, в одном магазине было по скидке, подороже несколько, но дешевле, чем обычно, потому что обычно она еще 11 тысяч стоит. Вот. Есть Lamborghini Aventador от Frontiart фирмы. От Frontiart у меня уже было две модельки. Обзор смотрите, они справа, ставьте лайк. Вот, Frontiart — это топовая фирма. Автоарт она такая себе, есть среднего, где-то высокого качества. У нее есть в 18 масштабе, считаются, ну, предтоповыми. Тоже не топовые в 18, но очень хорошего качества. Очень, выше среднего гораздо. Но не топовые, потому что топовые там тоже другие марки в 18 масштабе. В 43-м в основном у автоарта это средненькие модельки. Но есть премиум, это вот одна из премиум. Но это не очень премиум. Мы вот уже один недостаток я показал, но будто другие. А вот тот Lamborghini Countach, на который я делал обзор год назад, посмотрите его, черный Countach, вот там качество гораздо выше. Гораздо выше, гораздо круче модель. Хотя обошлась она мне еще дешевле, но... Там вот реально, вот там очень крутая модель. Это, к сожалению, не очень крутая модель. Хотя она очень хороша, но, опять же, смотря с чем сравнить. Если сравнить с шабаками, да, вот я много на шабак делал. Посмотрите обзоры, да, шабак вот недавно буквально даже BMW 8 была. Mercedes 129 был, 600, ну много там чего было, E39. Есть еще одна минимум моделька, на которую я обзор не сделал, шабака. Вот, если с шабаком сравнивать, то они несравнимого качества, это просто, это не на голову выше, а минимум на 2, а то и на 3 головы выше. Если сравнить с фронтиартом, у меня нету Авентадора с открывающимся элементом, у меня есть Авентадор глухой, в 43-м масштабе, я на него обзор сделал, посмотрите справа, он красивый, зеленого цвета, хотя зеленый не самый лучший, но я его купил, но просто чувак предлагал по низкой цене, какой уж был. Вот, он мне там кое-что не понравилось, кое-какие моменты, смотрите в том обзоре. В частности, глухие решетки. Я потом, кстати, в том обзоре я сказал, что посмотрю, в открывающейся версии есть глухие решетки, и посмотрел, но судя по фоткам, они такие же глухие, то есть в открывающейся версии, которые стоят дороже. Вот, но у меня нет Frontiart открывающейся версии, но, насколько я понимаю, она лучше, потому что у меня есть, кстати, F-Line, моделька Lamborghini, другая, но примерно такая же, и она лучше. А F-Line — это предыдущее название Frontiart, еще Lucky Models, вот, они постоянно меняют бренд. Вот, она существенно лучше. Обзор когда-нибудь будет, не знаю когда. Вот, здесь не все идеально, я еще не говорю, что не идеально, но к этому двигаюсь. Моделька этого заслуживает, да, вот этого трепа, потому что даже по более дешевым моделькам столько трепа было, а тут моделька все открывается, и все равно она очень высокого качества, поэтому она того достойна, чтобы о ней говорить, говорить и говорить. Как, знаете, как о любимой женщине, можно говорить сколько угодно, думать, дрочить и... Вот, и хоть это не самая лучшая любимая женщина, но, конечно же, все равно это одна из самых лучших моделек в моей коллекции по качеству. Может быть, не по цене, хотя и по цене она нифиговая, вот, но по качеству однозначно. Я специально, вот сейчас они открытые, да, я могу их закрыть, давайте, я не знаю, их закрою, да, я почему это не делаю, потому что особо, да, что, естественно, эта вся вещь раздрачивается, да. Она сейчас тугая, но внизу она на соплях, вот внизу она болтается. А вверху она тугая, специально так сделана, да, чтобы вверху она стояла. Вот я купил одну Lamborghini в 18 масштабе задешево, и у нее оказалась проблема, у нее двери вверху не стоят. Я это увидел еще при покупке, но уже поздно было. Ну, это не поздно, можно было отказаться, но цена дешевая, я подумал, может, исправлю. Ну, короче, это большая проблема. Другими словами, если вы будете покупать Lamborghini, у которой открываются двери, всегда смотрите, чтобы они в верхней точке стояли. Иначе фигово. Иначе какой смысл, что они открываются, да, если они, вы их откроете, они падать будут. Понимаете, у обычного автомобиля ты открыл, она стоит, ей некуда падать, а у Lamborghini она падает. Соответственно, если она вверху не стоит, она падает. И только ты пока ее держишь. Это, конечно, никуда, ни в какие ворота не годится. Вот, поэтому смотрите на этот момент. А этот капот, он тоже достаточно неплохо стоял, хоть он сейчас и упал, как вялый член, да, но вверху он достаточно прочно, ну не то, что прочно, но твердо стоит, он не падает, потому что вот эта часть, как я уже говорил, она падает просто даже не от ветра. Я как-то умудрился все-таки сфоткать состоявшую этой частью, но, видимо, она сразу свой ресурс загасила до нуля и стала падать, потом я уже... Конечно, если некоторый наклон сделать, она будет стоять, но это уже такие махинации не очень красивые. Немножко крутятся колеса, но совсем чуть-чуть. Это на всех автоартах, ну не совсем на всех, но на многих такая часть есть, что у них типа
типа крутятся колеса, но по факту они крутятся совсем чуть-чуть. То есть совсем капельку. И это даже закручение, это нельзя сказать. Вот вы, наверное, уже, кто вот, своими мозгами во второй поток думает, уже, наверное, заметили, что прорезь слишком здоровая и толстая, да? И вот это вот самый существенный косяк этой модели. Почему я сказал вначале, что она полушикарная, а не шикарная. У нее достаточно жирные вырезы. То, что вот я люблю, да, говорю, хороший прорез, но здесь он слишком жирный, из-за этого модель смотрится очень фигово. Очень фигово. Это ее самый жирный косяк. Я это видел еще на фотках, это не стало для меня неожиданностью, но проанализировав, я подумал, все равно модели с открывающимися элементами очень мало, и все равно качество здесь очень высокое, и ее стоило купить, хоть она такая, ну, в общем, кривоватая. Вот. Поэтому решать вам, покупать ее или нет. Конечно, если за 5 тысяч, это вообще говорить не стоит. Понимаете, 5 тысяч это просто за бесплатно. 6 тысяч тоже хорошая цена. 7 тысяч уже неплохая. А выше 8 тысяч уже думайте сами, да, как бы. Кто-то может и за десятку купит. Но больше десятки уже точно, мне кажется, отдавать не стоит. Только тот человек, у которого денег вообще куры не клюют, и ему похер. Такой, да, такой может и за 10, и за 15, за 20 купить. Но, как мне кажется, вот даже 10 тысяч – это уже прям красная цена, потому что слишком жирные, да, вот, слишком, видите, жирные какие дырки. И при этом, смотрите, какая слабо прорисованная ручка. Вот тут ручка, она как бы типа есть, но смотрите, насколько она вялая какая-то, да. И при этом жирнейший, вот я специально это подчеркиваю, это очень важно, жирнейший проем. Знаете, даже вот у шабаков, которые, по идее, ну, дешевые, старые, они там 90-х, конца 80-х годов, то есть они старинные, и там зазоры меньше, чем тут. Они чуть кривые, да, здесь они, например, не такие кривые, то есть они по всей своей длине, они одинаковой толщины. Там они чуть-чуть варьируются, но при этом они очень тоненькие, понимаете? Посмотрите, вот обзоры на шабаки, BMW 8, например. Вот. И, но там, я говорю, да, они чуть кривые, это тоже не очень смотрится. Вот, ну, короче, это самый мега-минус. И, соответственно, здесь то же самое, видите, капот, он, видите, он какой жирный, да, даже кажется, что фломастером обвели, да, тушью. Это не так, это просто прорезь, но смотрится довольно-таки печально. Сзади, причем, сверху еще не так плохо, тоже жирненький, но не такой жирненький. Вот, тут, конечно, ужасно. Я это видел еще на фотках, но все-таки решил взять. Вот, карлики оплатили. Спасибо, кстати, да, все время забываю карликам говорить спасибо тем, кто донатили. Ну, прежде всего, Азина, но это не только Азина. И на эту модельку это не факт, что Азина, или в том числе Азина, это я уж точно не помню. Я просто ее купил еще в конце зимы или в начале весны, давно, да, вот. Ну, Азина тоже, это особый низкий поклон. Ну, и другим карликам, которые донатят, им тоже, в общем... низкий поклон. Вот, все время забываю, блядь. Хочу, и, ну, все время забываю. Много надо каких вещей говорить. Например, ставьте лайки. Вот, суки, лайки не ставят, потому что стоимость этого видео, она просто колоссальна. Ну, ладно, я не буду про это говорить. Дальше. Дырочки, да, вот глухие решетки. Проанализируем, что здесь. Здесь опять какая-то мега-парадоксальная вещь. Ни то, ни сё, да. Дело в том, что дырочки тут есть. Они есть. Но они какие-то такие стрёмные, как на какой-то китайской модели, понимаете? Ну, вам это абсолютно не видно, я это просто вижу, да? Но заранее, вот кто, если захочет купить эту модельку, ее нет. Понятно, кто купил это, все понятно, он ее видел, да? То есть, они есть, они и тут, и, наверное, тут. И они даже вот тут поднять, там тоже есть, та и там. Но она какая-то, эта сеточка стрёмная, да, она с дырочками, но она дешевая, как будто вот на модельке за 50 рублей. Поэтому получается ни то, ни сё. Мне даже кажется, что лучше бы она была глухой, но лучше выглядела. Понимаете, вот у меня на FrontYard, которая вот другая открывающаяся, да, обзора еще не было, там они вроде как глухие, но они настолько качественные, что выглядят, ну, классно. Потому что бывают глухие и выглядят стрёмно, а вот та вот вроде как глухая, я точно прям совсем сильный. Я присматривал сильно, но не совсем сильно, может, она все-таки не совсем глухая. Ну, явно не видно. Вот, но лучше даже вот такая глухая, чем вот такая, потому что тут она выглядит как будто дешевая модель. Вот, но при этом, конечно, а если брать LookSmart, у меня тоже были обзоры уже на минимум одну LookSmart или даже, по-моему, на две, но на одну точно LookSmart был, Lamborghini Diablo GTR, смотрите, желтенькая справа, если нет, то смотрите, ставьте лайки, просто тупо проходите по всем моим видео, ставьте лайки. Вот.
там вот идеальные, они там с дырочками, они очень крутые, высококачественные. Но Luxmart — это топовая фирма, она вообще дешевых не делает, у нее только дорогие модели, не дешевых, в принципе, нет на что. Автарты есть дешевые, да, есть дорогие, есть дешевые. А вот Luxmart, он, в принципе, только дорогие, они handmade, ну, вроде как говорят, handmade. Вот. Дальше, ну, по передку, ну, достаточно ровный, да, но, опять же, вот эти непонятные решетки, а это бросается в глаза. Не надо даже сильно присматриваться, я даже сейчас не присматриваюсь, вижу, что они какие-то не такие. Громадный разрез, да, громадный разрез, и не смотрится, не смотрится, понимаете. Кстати, у меня был уже найден Авентадор от Frontier, да, ну, я же даже это говорил в этом видео, но все равно. То есть, Авентадорами земля русская полнится. На самом деле, открою вам секрет, это не последний Авентадор моей коллекции. Минимум есть еще один. Может и два. По-моему, один. Ну, один-то точно есть. Вот. Вот. Что удивительно, колеса крутятся. Не совсем идеально, но довольно-таки неплохо. А, ну как? Ну, какие-то там подтормаживают, но, в общем, более-менее крутится все равно. Вот. Это имеет значение, потому что на тачках часто надо раз в год хотя бы, ну, или там раз в два года прокручивать колесики, чтобы они не прилипли к пьедесталу. Они могут прилипнуть, причем так, что, ну, отрывать будешь как жвачку, и у меня так пока что не было, но такое точно есть. Это не на каждой модели бывает. Ну, короче, в таких ситуациях лучше, чтобы колесо легко крутилось, потому что есть модельки, в которых они вообще не крутятся или крутятся супер тяжело. Вот у меня недавно была, купил модельку бэушную, да, классную. Но у нее прям колеса были, она старомодная, у нее толстые шины, они прям промяты были, сильно прям видно. Я кое-как прокрутил, очень плохо крутилось, и, ну, вмятина такая, она многолетняя, прям пипец, как у старухи, да, уже, вот, сиськи такие отвисшие, вот, но я прокрутил все равно, ну, кстати, не прилипло вообще, но промятое жестко, и это, конечно, фигово на самом деле. Вот, дальше, что еще про эту модельку можно сказать? Ну, сзади все то же самое, что и спереди, по сути, да, более-менее нормально, но жирнейшие зазоры, вот так вот особенно хорошо видно, видите, какой жирный, жирный, как чирий зазор, плохие решетки, непонятные фары, они достаточно какие-то невнятные, не очень качественные, нету номера, вот такой вот он 700, лучше, чтобы обычный номер, непонятная выхлопная труба, она там глухая, там какие-то дырочки типа есть, но они глухие. Вот, диски, конечно, идеальные, это понятно, но модель, по сути, дорогая, премиум, и если бы тут еще диски были дерьмовые, это вообще, они очень ровные, очень круглые, суппорта, да, вот оранжевые, вот, и тут, конечно, придраться не к чему. Ну, снизу все простенько, единственное, что есть какой-то элемент подвески. А, кстати, тираж у этой модели нифиговый, у меня там есть номер, во, он тут тоже есть, 3266, видите, то есть 3000 это серийный номер, 2066, то есть... Минимум 3200 этих моделек, а скорее всего больше, 1005. То есть это нередкая модель, хоть и дорогая, она нередкая нихера. Вот. Хотя бывают модели, которые тоже по 3-4 тысячи выпуска, они редкие и дорогие, такое тоже бывает. Но она сама будет дорогой, потому что она не может быть дешевой. То есть меньше 5000 она точно не будет, но 5000 самые щедрые люди будут продавать, а так вообще она, конечно, будет выше 5000. Ну уж кому сколько не жалко. Но они сейчас вообще не продаются на бэушном рынке. Но зато можно новую купить. И в том числе вот за 5000, но 2000 долос. Хотя есть такая тема, люди скидываются им, везут сразу группой, и там доставка получается, там, ну, например, 200-300 рублей. И таким образом цена этой модельки будет очень низкой. Ну, а модель, как я уже сказал, она такая спорная, очень спорная. Но за 5000, конечно, с руками отрывать. Вот. Но так она все-таки спорная. Она реально большого кайфа вам, к сожалению, не доставит. Вот я смотрю на нее, смотрю и думаю, что какой-нибудь Luxmart, глухой он, к сожалению, он лучше. Вот та Diablo GTR, она, конечно, невероятная. По-моему, я еще какой-то Luxmart делал. Уже забыл мне их столько, этих всяких Luxmart'ов. Вот, поэтому модель специфичная. Ну, салон, естественно, там достаточно нормальный. Все там мелко проработано, да, на двери что-то все есть, ну, достаточно высокого качества. Тут даже под дверью надпись «Авентадор» есть, ну, не буду открывать, я говорю, не хочу, чувствую прям, как это все ломается, да, то есть дверь рассчитана не так много, будешь поднимать, она потом будет падать. У меня есть одна модельку, у которой дверь, но это не Lamborghini, она тоже кверху, вот догадайтесь, какая, но я вам не скажу. И у нее одна дверь падает прям. Она вот, ну, обвисает как членом после полюции, понимаете, висит вообще просто, как вы когда 20 раз подтянетесь и вообще все. То же самое, очень хреново, хотя другая дверь фиксируется достаточно хорошо, достаточно крепко, достаточно упруго, понимаете.
А вот вторая дверь падает вообще безвольно, бессильно. И это, конечно, ужасно, карлики. Вот, поэтому... А ее тоже же вряд ли кто-то ломал, модель дорогая. Ее вряд ли кто-то ломал, просто, ну, вот так вот, короче. Вот, ну, за сим, на самом деле, так, самый долгий обзор, наверное, 19 минут. Прощаюсь, да. Ну, понятно, мотор там не буду показывать, там все равно он темный, ничего особо не увидите. Ну, достаточно хорошее качество, да, проработки. Ну, не какой-то супер шедевральный. И опять же, неважно какого качества, вот эти зазоры, они все портят. Вот, но модель все равно достаточно хорошая, высокоуровневая. Вот, в остальном она, в общем, весьма прикольная. Так, а у нее, кстати, вот, непонятно, дворник, и он, может, даже одной деталью с этой. Как и у Фронтиарта, кстати, там тоже дворник чуть ли не к стеклу прилипнут. Вот. Но здесь не очень понятно, но все равно он выглядит не очень хорошо, если честно. Вот, в общем, вот такая специфичная моделька. За 5 тысяч, конечно, брать. За 6 тысяч тоже брать. Выше 6 тысяч уже думайте сами. Вот, пакет идет.